именно это обстоятельство и многие другие факторы, которые связаны наш город с этим уникальным явлением, послужило основанием того, что комитет по внешней связи несколько лет назад запустил культурно-просветительский проект, как Петербург Балалайки, прежде всего ориентированный на наших соотечественников, проживающих за рубежом. Потому что оркестры русских народных инструментов до сих пор живут и работают во многих странах мира. Программа идеи состоит из творческой и просветительской части с понедельника до пятницы. Наши гости будут не только знакомиться с историческими местами, связанными с Василием Васильевичем Андреевым, но будут проходить мастер-классы, творческие знакомства с нашими коллективами, обмен опытом. Он влияет на людей вне зависимости от национальности.